Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас интересные покупочки Wildberries и Озон, будут эксперименты, итак, поехали. Покупочки Wildberries и Озон, первое это Озон, заказала себе очень долго, что-то нашел камень, вот такой второй, у меня в принципе такой же первый, 100 с чем-то рублей, массаж гуаша. Потому что двумя удобнее и гораздо быстрее. Вот теперь двумя, прям вообще красота. Одним пока одну сторону, другим пока другую. Нормальные, кстати, камни, прохладненькие такие на ощупь. Можно их хранить в холодильнике. У меня недавно такая идея возникла. Мне кажется, эффект будет еще лучше. В общем, два вот таких одинаковых камня для двустороннего массажа очень удобно. Так, дальше Wildberries. Это у нас с вами Psyllum. Сейчас распечатаю, посмотрю, что он из себя представляет. Psyllum вещь классная. Фаберлик, он достаточно дорого, поэтому взяла на Wildberries. Форма выписала. И капсулы. То есть не приходится ощущать вот этот неприятный достаточно вкус. Ну, кому что, может быть, все равно мне захотелось вот в капсулах. Это шелуха семян поддорожника. Что такое Psyllum? Да, и он очень полезный. Для похудения, для выведения токсинов, для чистки кишечника. Много для чего. Можно в интернете погуглить, почитать. По одной порции это 3 капсулы. Вечером запивая 200-250 мл жидкости. В общем, 3 капсулы на ночь, запивая стаканом воды. Важно соблюдать питьевой режим, да, иначе могут быть проблемы с опорожнением кишечника. Посмотрим. Так, дальше. Пилочки. Вот такой набор. Кстати, самый классный из бюджетных пилочек это Опи. И именно 180 на 240. Для кутикулы. Опилить сухую кутикулу для ногтей. Вот лучше не встречала. И именно вот эта форма. У Опи есть разные пилки, есть просто прямоугольные, разные. Но мне нравится больше всего вот это, именно ей удобнее всего. У меня здесь 10 штук, 180 на 240, это жесткость. Меньше мне вот не нравится уже. Так, дальше, девчонки. Майка. Это майка Ивановский трикотаж на Wildberries. В общем, обычная белая майка. Распакую, покажу. В 56 размере взяла. Вроде такие они большие, хорошенькие. По дому таскать и вообще подо что-то одеть. Под кардиганчик тоже смотрится достойно. Она без наворотов, просто такая белая майка. Хлопок 95, лайкра 5. Открою, сейчас покажу тоже. Дальше. Очень хорошая бюджетная цена на Wildberries была на мыло от Агафьи. Я его уже брала, мне понравилось. Пенится изумительно, но правда слегка подсушивает кожу. Аромат шикарный. И здесь в каждой баночке такой, вот, смотрите, то есть они были запечатаны, видимо, их на Wildberries распечатали. Здесь в каждой баночке березовый листик, по-моему, березовый, если я не ошибаюсь. Вот такой, видно его. И одна банка 200 с чем-то рублей обычно всегда стоит. А здесь две за 260 рублей. 37 трав. Классный состав. Я даже пробовала им мыть волосы. Кстати, тоже очень нормально. Подсушивает, у кого вот жирные волосы прям зайдет. Смотрите, показываю вам состав, кому интересно. Срок годности у него, конечно, вообще огромный. Это рецепты бабушки Агафьи. Классная вещь, на самом деле. Мне безумно нравится как гель для душа применять. Но имейте в виду, подсушивает. Подсушивает кожу все равно. Вот он, кстати, Psyllum. Он был запечатан вот такой вот пластиковой штукой. Я ее вырвала. Запах не очень, но хотя бы в капсулах, что радует. Отзывы неплохие. Вот так он выводит токсины, подавляет аппетит, стимулирует ЖКТ, ускоряет метаболизм. Будем надеяться. И вот маечка. Совершенно обычная базовая маечка на бретелечках. Классненькая. Еще одна покупочка Wildberries, это любимый бренд Free. Очиститель, пятновыводитель, отбеливатель и так далее, и так далее. Смотрите, как он интересно теперь приходит. Своя вот такая фирменная упаковочка, хорошо упаковывают, чтобы, не дай бог, там не рассыпется, если, мало ли, при транспортировке повредят упаковку. Вообще здорово, такая прям брендовая упаковочка, написано очиститель 1 килограмм. Кто еще не пробовал, настоятельно рекомендую. У бренд Free, кстати, самые демократичные цены. 300 рублей за килограмм по сравнению со средствами с подобным составом, да. Поэтому обязательно присмотритесь. Там бывают при покупке 2 600 рублей, бывает и один прям 300 стоит. Вот самая демократичная бюджетная цена на Wildberries. Показываю вам всю информацию, которая у нас здесь есть, по составу, по гарантии и так далее. Зип-замочек. Все сейчас вскроем. Вот у нас с вами гранулки перкарбоната натрия 100%. Сейчас будут интересные эксперименты. Что мы сегодня будем с вами делать? Будем крышки очищать от сковородок. И вот эти штуки, вот они так быстро пачкаются, что просто какой-то капец. Вот, поэтому их сейчас отсоединим и замочим. И крышечки. Стеклянные крышки. Я буду сейчас откручивать ручки, да, чтобы как следует все отошло. Смотрите, вот тут вот налет собирается.
Вот как его вычистить? Поэтому будем замачивать. Вот здесь прям внутри и туда никак. Нет, ну при замочке-то подлезет. А так вообще мыть неудобно. И вторая крышка, она вообще звездец, я ее даже мыть не буду. Смотрите, вот здесь именно под крышкой собирается вот такая вот гадость. Поэтому сейчас все буду отверткой откручивать. Будем все с вами отмывать. Лота вскипятила воду, уже открутила все эти штуки. Сейчас я крышки сюда погружу. И теперь мы несколько ложек нашего очистителя насыпаем. Ложки столовых насыпала и выливаем сюда кипяток. Грузила крышки. У меня тут идет, смотрите, даже бурление. Идет реакция. Сейчас как раз в момент реакции все отличненько отойдет, все будет чистенькое. Крышка 28 диаметром, она почти диаметром как таз. И она вот легла. Сейчас покажу, возьму свою любимую ложечку деревянную. Горячая, Крестюша, аккуратно. Где она тут? В общем, вот она. И здесь по бокам аж бурлит. Я бросила туда вот эти от плиты вот белые штучки. Все сюда забросила. Сейчас это все дело очень быстро отойдет. Эти места на плите очень хорошо вот этой губочкой Faberlic пройтись без какого-либо моющего средства. Она все изумительно убирает, смотрите, моментально. И чистота, красота. Вот это, кстати, здорово, тоненькая штучка. Сначала не поняла. А смотрите, вот она для таких труднодоступных мест, допустим, маленьких, да? Вот, она очень хорошо подходит. Вот эти пимпочки прям замечательные. И все. И чисто. И быстро. 3 минуты прошло. И вот эти штучки белые, они уже чистые, я их достаю. Смотрите. Сейчас покажу. Так, 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 так. Опачки, видите? Идеально чистые. Сейчас сполоснем, оденем на место. Все их достаю. Чистота, красота. Супер. Не надо ничего тереть. Просто и быстро. Крышки еще пусть пока помокнут. Там загрязнений много. Хочу, чтобы все вот отошло под этими железными бортиками. Ну что, предлагаю все вытаскивать, ополаскивать и смотреть. Уже давно стоит. Да, малыш. О, смотри, чисто. Чисто, Крис. Класс. Ну, все шикарно. Все отмылось, все чистенькое смотреться. Можно все детальки... Кому по попе? Котику? Да, обязательно. Все вообще, смотрите, вот тут, вот в этих местах, где все собиралось, все вообще чистенько, как новые крышечки. Подожди, малыш, сейчас я девочкам покажу. Вообще шикарно. Вот просто шикарно. Сейчас они высохнут. Все отошло. Сейчас они высохнут, я их соберу и наслаждаться буду чистотой. Фри, как всегда, не подвел. Не подвел, все очистил. Купочки Wildberries. Мы купили мангал на Wildberries. Открыли, вот там посмотрели, хороший. Сейчас вам покажу, распакую. Очень прикольно. Он, кстати, сейчас на 100 рублей дешевле стал. Но у него там за возврат 100 рублей. Я уж думала, грешным делом было вернуть, заказать новый. Нет, у него был платный возврат. 100 рублей, поэтому разницы никакой. Я за 900 чем-то его взяла. Средний размер, их там 3 размера. Так, распакую, потом покажу. Взяли обдувку. Наша сломалась. Дальше вот такой вот корм по совету Лианы. Сейчас попробую дать коту. Господи, как он называется? Про баланс. Про баланс взяла пока маленький. Посмотрим, если будет есть, то купим большой. Так, взяла новый подстаканник на коляску. У нас сломался. А это вообще штука на самом деле удобная. Сейчас все распакуем. И безумно интересная вещь. Это, девчонки, тонировка. Это тонировка по типу пигмента прямого действия, судя по отзывам. Оттеночный бальзам для волос. Концепт. У меня концепты шампуни, бальзам уже очень-очень давно. Бальзам уже кончился, литровый брала, другой формат. И вот такие вот у них теперь есть. Сейчас распакую, тоже покажу. Так, еще сережки, в которых я уже. Мне безумно понравилось, как они были упакованы, поэтому я сфоткала вам показать, фоточку вставлю. Тут такая интересная упаковка. Это бижутерия. Кстати, вот уже полдня ношу, потому что пока ехали на Wildberries, пока по делам, и уши не чешутся. А если у вас чешутся уши от бижутерии, лайфхак, покройте те штучки, которые вставляете в мочку от сережек, прозрачным лаком. Он высохнет, вы вставите, все, окисление не будет, уши чесаться не будут, и воспаляться и так далее. Такая коробочка, тут сережки были внутри, они были зажаты, это пленка, и они вот так красиво лежали, так здорово смотрелось. Долго выбирала, хотела себе серьги. Крис все мои порастеряла, а вот сейчас покажу, как они на мне смотрятся. Смотрите, девчонки, вот какие красивые. Они разные. Это керамические серьги. Я выбрала белые, они есть черные. И вот тут камешек. Камешки тоже есть разных цветов. Сам металл желтый. И смотрится довольно-таки стильно.
Мне прям понравилось. Красиво. В общем, вот такие вот хорошенькие. Ну, по ссылке перейдете еще, посмотрите, как они выглядят. На самом деле, вообще мне очень понравилось. Смотрится красиво, стильненько, лаконично. Ничего такого вот прям обязывающего. Здорово. Думаю, теперь, наверное, может и черный скажу. Вот он, подстаканник. У меня был точно-точно такой же. Я такой же и взяла крепление к ручке коляски. И вот он сам такой. Сюда влезает больше бутылка, она потому что раздвигается. То есть он универсальный. Если у вас большая бутылка, он вот так хорошо раздвигается. Поэтому удобная штука. Дешево. Так, вот он концепт. Почитала отзывы, посмотрела. Именно пепельно-русый. Его я буду, наверное, вместе с вами в следующем ролике во влоге будем пробовать. Он очень пигментированный, но смывается в безумно красивый цвет. Обычно его делают пополам с маской, в отзывах почитала девчонки, с бальзамом, и уже получается, ну, достаточно темный такой цвет, да, красивый. Его как и брюнетки, как и блондинки берут, я посмотрела. Вот, я, наверное, первый раз попробую две части бальзама или маски, одну часть вот этого концепта, в общем. И посмотрим, что получится с дозатором. Классно. Я смотрела, девчонки передерживают или делают в чистом виде в отзывах. Получается почти черный цвет. Поэтому такой вот очень сильный. Очень сильный, очень мощный. Вот как он выглядит в собранном виде. Тут внутри ручка. Она потом будет крепиться где? С вот этой вот под нее, да, стороны. То есть за ручку вот так его, как чемоданчик, можно носить. У меня средний размер. Вот, решетка в комплекте, и ножки, они вот тут, ну как, вместе, вот так раздвигаем, вторую расправляем ножку, так, и вот так, так. Вот, так, решетка, как у нас тут открывается, она выдвигается, по-моему, да, вот, из пазов выдвигается. Сейчас мы ее выдвинем. То есть ее можно взять, вот так помыть, выдвинуть. Решетку сняла. Что у нас здесь внутри? Вот она, ручка. Вот так она у нас, хоп. Так, сейчас приделаем. И вот сюда нужно тоже попасть. Одной рукой неудобно. Вот всю ручку приделала. Вот она, ручка, чтобы чемоданчик удобно носить. Так, вот тут еще решетка. Не знаю, для чего она. Что много всего. Вот такая. Так, и тут в пакетике уже само дно, как противень. Вот, вот, да, съемная противень. Вот тут такие дырочки. Они в противне. Вот она, глубокая. И вот так это все дело выглядит. Зачем вот эта решетка, только я не пойму. Ну, на решетку тоже что-то ставить. А может она, не знаю, крепится куда-то, не крепится. Надо будет посмотреть. Вот, и вот сверху уже потом вот так прям в пазы сюда вставляется решеточка вот такая. У нас угли получаются, здесь можно и овощи, и все, что хочется. Неплохая такая конструкция, мне очень нравится. Такой добротненький, размер тоже нормальный. Собрал за ручку, пакетик какой-нибудь можно, чтобы в коробке не таскать. Ну, ест, слушайте, нравится, так бы не подошел. Тем более он сейчас избалован влажным кормом. Прям вот кушает с удовольствием. Отличненько. Ну что, девчонки, сейчас будем с вами тонировку Сазон пробовать. Концепт новый. Показываю вам цвет до. Вот при искусственном освещении. В принципе, сейчас классный, вообще холодный. Такой вот еще у меня здесь свет теплый. И он немножко желтит. А так он холодный, классный, суперский. Вот, но все равно хочу попробовать. Вот он. Концепт. Похож по действию на пигмент прямого действия. Уже рассказывала в покупочках Озон. Оттеночный бальзам пепельно-русый. Буду мешать 1:3 с маской для волос. Потому что если нанести вот это вот на волосы прям в чистом виде, то можно стать черной. Судя по отзывам на Wildberries и Озон, да. Поэтому буду делать так, но все равно видела у девочек, если они уходят в темный с этим оттеночным бальзамом, смывается он потом в великолепный просто холодный цвет. Поехали. Ну и после тонировалась, девочки, обалденный натуральный цвет, обалденный. Сейчас покажу еще при естественном освещении. Он просто шикарный. Будет смываться, уходить в очень классный оттеночек. Вообще супер. Мне безумно нравится. Потемнело. Я хотела поиграться. Это все-таки тонировка. Она будет смываться. Ну, даже если бы краска была, все равно тоже смылась. Очень красивый. При естественном освещении он более такой холодный.
как вам передать получше. Ну, прям холодный. Очень красивый цвет. И темненький. Давно я не была так, для разнообразия. Вот-вот. Типа того. Вот сейчас камера передает. Отлив классный. Я разводила маску 1:3 и держала минут 10 максимум. Вот сколько в душе была, столько держала. Поэтому, если, девочки, блондинки, вы хотите прямо отлив, то разводите 1:10, наверное, с маской с бальзамом и держите несколько минут. Потому что, ну, уходит в темное, все равно камера делает потемнее, в жизни он посветлее. И очень красивый такой натуральный отлив. Мне прям нравится. Ну вот, собственно говоря, цвет волос после... Сколько? 4 раза я уже помыла голову. И он шикарный, девчонки, он классный. Он смывается в очень красивый цвет волос. Вроде более-менее достоверно вам камера передает. Равномерный, красивый. Уровень семерки где-то. Вот уровень семерки подсмывается и становится вообще классно. Мне нравится. Слушайте, мне нравится ни одна тонировка краской так не держится. Я хочу вам сказать, мои дорогие. Вот ни одна. Просто. Поэтому у меня прям шок. У меня шок. А я сколько тонировочных средств разных покупала. Вот, вот сейчас вот достоверненько. Сколько разных тонировочных средств покупала и тонировалась краской с помощью оксидов, да. Никогда такого результата не было. Поэтому мне очень понравилось. Это прям вот тоже вроде более-менее правильно. Поэтому это теперь мое любимое тонировочное средство. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. Все ссылочки в инфобоксе, в том числе и на очиститель Brand Free. Кто не пробовал, настоятельно рекомендую. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.